Вітаю вас на п'ятому каналі. Програма «Медекспертиза». Я Вероніка Ухалкова. З кожним роком в Україні, як і в цілому світі, набуває популярності наука про здоров'я аюрведа. А цього разу пропоную дізнатися про таке поняття «карма». Що це таке і яким чином вона пов'язана із нашим здоров'ям? І сьогодні в нашій студії ми будемо спілкуватися із експертом із аюрведи Олегом Торгало. Доброго дня. Доброго дня, Вероніка. Доброго дня, шановні глядачі. Отже, нагадаю нашим глядачам, Олег Торгало – експерт із аюрведи, голова організації «Україна-Індія», засновник аюрведичного бутику «Роса» та освітнього порталу «Роса.ТВ». Ну що ж, у наших програмах ми піднімали вже дуже багато різних тем із аюрведи. А сьогодні будемо говорити на тему карми. І для початку хочу, щоб ви усім нам пояснили, якби, я думаю, що багато людей взагалі чули слово «карма», але що це таке? Карма – слово переводиться як «дійство». І якщо ми одразу проєцируємо на западну науку, то ми можемо провести таку аналогію, що кожне дійство – оно вызывает равное по силе противодействие. И это закон грубого мира. Подобные законы есть и в тонком мире. И так как есть грубые законы, которые уже ученые успешно открыли и доказали, это уже как аксиома, также есть законы тонкого мира, по которым тоже вот все работает. Надо понять, что великий создатель сделал тут вот очень гармонично. Триллионы тонн планет движутся по своей оси, как вот проходит зима, весна, лето. То есть все тут очень именно продумано. Это великая матрица, понимаете, в которой все вот следует каким-то законам. И есть такой закон, касающийся человеческой жизни, который вот называют, вот, видите, закон. То есть не просто карма, вот закон кармы. Который человек думающий, который человек наблюдательный, он может найти подтверждение просто вот на протяжении своей жизни именно тысячи случаев. Даже в том же YouTube есть ролики, там, где что-то человек сделал плохое, и сразу вот у него с ним происходит плохое, еще хуже. Это когда вот у человека уже вообще исчерпана его карма, то вот он сразу получает ответ. Но для некоторого вот наказания надо, чтобы прошло время, надо, чтобы сложилась такая ситуация, чтобы он получил ответ. Законы эти говорят, что уйти от этого ответа просто невозможно. И я думаю, что далі вы нам розповісте, чи можливо взагалі поміняти свою карму, якщо можливо, то яким чином це можна зробити. Але все-таки хотілося б і згадати про те, яким чином карма пов'язана із нашим здоров'ям. Ну, это одна из причин болезней. То есть вот аюрведа упоминает 6 основных причин болезни. Это неправильное питание, неправильный режим, неправильное отношение, это вредные привычки, это плохая экология. И шестая причина – карма. И вначале, когда я вот увидел это, прочитал, то я как-то думаю, ну при чем тут вот карма? То есть это как бы уже более тонкие именно моменты. Аюрведа – это все-таки наука, которая как бы на биофизике основана. Но потом я понял, что вот есть такие ситуации, я сам их встретил, когда и человек исследует наставлениям, и человек сам хочет выздороветь и все делает, и есть лекарства и процедуры, а вот не выздоравливает. Почему вот как раз вот эти моменты? И опытный доктор, он должен нужно посмотреть гороскоп и понять, что вот в данный момент, может, не стоит лечить эту болезнь. Или понять просто, что этот человек просто страдает за какие-то или свои прегрешения в этой жизни, чуть что чаще всего, подавляющим случае. Но иногда даже в случаях, именно которые он сделал там в прошлых жизнях, мы должны понять, что это закон кармы, он объясняет вот все вопросы, которые вот разумный человек себе задает в жизни. Почему кто-то родился в одних условиях, кто-то в других. Это все, да, мы должны понять, что мы уже не первую жизнь тут путешествуем. И все мы разные личности. То есть это наложено вот программа этих многих-многих жизней, которая нас обуславливает на ту или иную деятельность.
Я хочу рассказать, вот, что вообще вот, как карма, как объясняет вот, ведическая культура. То есть есть как бы вот, общемировой жесткий диск, вот, назовем как бы информационное поле Земли, например. Любая эмоция, а, как правило, действие оно вызывает какую-то эмоцию. То есть и любая вот, вот, энергетическая затрата, она фиксируется на этом поле. То есть и оттуда должна прийти какая-то обратка. То есть это закон, устроенный Господом. То есть не Бог наказывает, как некоторые говорят, а его законы наказывают. То есть все работает, не президент всех наказывает, а его правоохранительная система. И также вот в божественном промысле тоже есть определенные законы, как вот выполняют вот эту функцию. И они действуют независимо, человек верит или не верит. Зная это все, ты ищешь просто подтверждение и находишь... Вот я смотрел фотографию там своих старых друзей, все, кто вот были такие оторванные, скажем так, которые вот делали много каких-то нехороших вещей, никого уже нет в живых. Вы понимаете, вот разве не это вот закон кармы? У меня спортивное прошлое, и я вырос на Киевском районе Чоколовка, и там вот было сильно всевозможные вот такие неформальные движения и спортивные. И вот я иногда прихожу на Соломенское кладбище, там похоронены некоторые мои друзья, и я вижу просто, как вот этот убил вот этого, а вот этого потом взорвал тот, которого потом зарезал тот. И все это вот видишь просто как закон кармы, он работает вот в жизни. Ты видишь, как человек именно получает через какое-то время именно проблему еще круче, чем вот он сделал. Но мы должны понять, что не только показатель материальных средств он показывает, какая карма у человека. То есть самая тяжелая карма, когда у тебя есть все, а ты несчастлив. Ты страдаешь, тебе надо психологи, тебе надо лекарства, препараты, антидепрессанты. Карма определяет нашим сознанием. Вот есть один жесткий диск общий, и есть второй как бы вот жесткий диск, он называется чита на санскрите. Мы должны понять все события, которые произошли в нашей этой жизни, и самые яркие события, которые произошли в прошлых жизнях, они вот записаны здесь, и они... всплывают в какие-то моменты и обуславливают нас. Они делают тенденции в нашем поведении. Надо понять, что вот если вот этот верхний уровень, он создает тебе условия, там на бокорезин, то есть вот он создает условия, чтобы ты вот за это пострадал. То есть вот, но уже твой ум, он уже осквернен, и уже вот в этом состоянии ума ты уже делаешь, себя сам наказываешь, ты делаешь неправильное решение. Потому что карма на уме, ты смотришь на мир через другие, вот, другими глазами и воспринимаешь его в искаженном свете. Некоторые задают вопрос, вот, а вот у кого-то вот, он не делает ничего хорошего, вот, он очень богатый. Там, вот, иногда карма прошлых жизней. Вы знаете, можно сделать это в разных традициях, сделать какое-то доброе дело для святого человека, и ты на следующую жизнь будешь благословлен, там, образно говоря, быть очень богатым человеком. То есть есть вот прошлые заслуги. Карма – это наш определенный такой тонкий счет. Вот где вот у нас есть дебет, кредит, и с этого счета мы можем потратить на удовольствие, на нужную, например, там, встречу. То есть вот насколько у нас вот этот кармический запас, то есть настолько мы, у нас крепкое здоровье, настолько у нас отношения правильные. То есть вот все вот зависит. Настолько мы, вот Бог нас просто бережет, вы понимаете, просто есть... люди, которые они как под колпаком находятся. А есть такие, которые вот выйти в булочную, он уже поломает ногу. То есть, и почему? То есть мы должны понимать, когда такое вот с человеком происходит, он должен понимать, что что-то не то, он делает что-то не так. Вот. И он должен вот применять какие-то действия для того, щоб вот этот счет міняти. Я так вже розумію, що ми плавно вже переходимо до такої теми, яким же чином можна повпливати на свою карму, чи можна її змінити, і що для цього можна зробити? Ну, самое простое, вот даже для тех неверующих людей, это просто делать добрые дела. Все очень банально и просто. И делать их так, чтобы это никто не знал. То есть вот чем больше людей знает, ты уже сразу получаешь какую-то вот награду. А так вот эти дела, они будут вот давать тебе определенное благочестие, давать тебе определенную удачу. Но самое сильное, самое
сжигающее – это духовная практика. И я тут не буду говорить, что вот только вот это духовная практика, или вот это, или вот, вот такой патриархат. То есть у каждого своя вот розетка подключения, свой портал, через который вот у него есть связь с Господом. Кто этого не чувствует, то, ну, значит, пока просто вот не пришло время. И вот человек должен найти вот эту связь и установить ее, и он должен практиковать. Любая духовная практика – это наилучшее средство, которое меняет судьбу. Вы понимаете, есть такой вот пример, часто приводят, как врачи прошлого рекомендовали какую-то двигательную активность своим пациентам, и те выздоравливали просто, как вот пришел купец там из Киева в Одессу, вот, и он выздоровел. Мне говорят, вот какой умный врач, он его заставил пройти столько. Я говорю, да он основное, я говорю, не то, что он прошел, говорю, что много людей, которые ходят, и они что, обязательно здоровы, я говорю, он свою карму поменял, он заходил в церквя, это было у него как паломничество, а не просто спортивная ходьба. И если вы будете в этой практике, то вот Господь будет охранять, Он будет вот сглаживать вот все вот даже какие-то моменты, которые вот, ну, будут происходить иногда чудеса. Тот, кто ну, вот сам практиковать не может, есть специальные люди, которые делают какие-то обряды, вычитки. В ведической культуре это яги, это разжигают костер и туда льют масло, и вот считается, что вот эти действия, они вот как бы вот взрывают нашу карму, то есть они меняют. Так, дуже цікаво. Але ще буває така ситуація, що людина нібито правильно вчинить у своєму житті, робить якісь добрі справи, але все одно отримує якісь негаразди. Що в такій ситуації, як правильно поступити, де тут проблема? Ну, первое, что хочу сказать, что откуда мы знаем, что там в голове у этого человека, то есть мы можем видеть только какой-то внешний образ. Часто действительно есть человек очень хороший, но вот он злой. Вы понимаете, то есть вот... Тобто він гарний лише зовні для інших людей, так? А он может быть злой, он может быть завистливый, и все. И вот он как бы правильно делает, то есть у него, в нем хватает благочестия для того, чтобы понимать, что жить надо порядочно, но вот он кому-то вот он может завидовать. Вот у меня был на одной из квартир сосед, вот... Он хороший человек, спортом занимается, и все вот такой вот правильный, не пьет, не курит, все. Но вот он мне завидовал. И поэтому у него постоянно болели там костная система. То есть, понимаете, то есть это тоже вот сразу идет эмоция, реакция на какой-то из органов. Это раз. Ну, а второе, вот этот же закон кармы, он все объясняет. То есть, значит, у нас есть какое-то событие, которые вот в прошлой жизни, где мы поступили неправильно и где мы должны испытать такие же страдания. То есть не будет так, что ты там выколол кому-то глаз, и тебе выколят глаз. То есть может быть и такое. То есть вот, но это ты просто с тобой произойдет что-то, вот, что ты испытаешь такие же страдания, как ты доставил вот этому человеку. То есть это может быть совершенно по-другому. Я сам скажу, что одно из качеств счастливой жизни – это вот максимально быть миролюбивым и максимально освоить терпение и прощение. Это тоже вот чистит нашу карму. Потому что когда мы видим, что человек неправильно к нам поступил, вот, и раньше это вот возмущало сильно, и иногда возникали даже мысли о мести, все. А сейчас ты понимаешь, что просто это он инструмент этой кармы. То есть он должен был принести тебе этот урок, может быть, для того, чтобы ты вышел сам на другой уровень и что-то понял. Или он просто должен тебе воздать за что-то, за что ты не можешь просто знать. Вы понимаете, тут вот для любого прогресса вот понимание закона кармы, оно просто необходимо. Потому что много людей, они во всем именно винят кого-то. Я знаю, вот у них всегда кто-то виноват, кто-то вот им помешал. Мы должны понимать, что вот окружающий мир – это проекция нашей кармы. Все обстоятельства, все люди, знакомства. Вот. И бить вот не только вот в самих действиях, а бить именно в корень. То есть менять вот свою настройку. То есть карма, она дает нам, как мы... Какая у нас карма, так мы вибрируем.
как мы вибрируем, такие мы события привлекаем, так мы и думаем, такие-то люди так на нас реагируют. Вот все именно в этом взаимосвязано. Вот. И такие же успешные там, вот у нас там могут быть дела. Карма – это большая сила, которая накоплена за много жизней. И изменить ее там, одним или двумя действиями – это невозможно. Это должна быть постоянная работа. Это должна быть постоянная практика, которая мы чувствуем, что она меняет нашу жизнь. Понимаете? То есть жизнь начинает меняться достаточно быстро. Это не то, что есть такое заблуждение, что люди практикующие, они вот как бы вот вдохновляются только вот на вере. Вера и все, вот там загробная жизнь, и там может быть, там все вот. На самом деле нет, ты только начинаешь практиковать, только ты начинаешь что-то делать, ты сразу чувствуешь ответ. Знаете, как люди давно практикующие, то есть они не верят, они уже там, сначала они уверены, а потом они уже чувствуют. И мы чувствуем, как просто вот мы становимся вот под Божьей защитой. Один из видов кармы называется бхагават-карма. Это когда Бог берет тебя вот как бы под свою опеку. Вот. И остальные люди живут просто по его законам, но о ком-то, где он чувствует искренние чувства, он берет этого человека под свою опеку и защиту, и вот несет его на руках. Наша врожденная прорабка карма – это как определенный маршрут пути. Но у нас все равно есть возможность своими усилиями сделать так, на чем мы будем ехать, и будет ли у нас какая-то возможность повернуть в другую сторону. То есть карма – это не фатальность. Карма – это вот что-то, на что мы можем влиять и что мы можем менять. И именно поэтому я сегодня об этом говорю. Ну що ж, я дуже дякую вам за ці чудові поради. Я думаю, що вони дійсно сподобались сьогодні нашим глядачам. Дякую, що запросили. Доброї карми вам вдома, дорогі друзі, і радісного життя. Ну, а нашим глядачам хочу подякувати за увагу. Побачимось на 5-му каналі у програмі «Медекспертиза».